Всем привет! С вами снова я. И сегодня суббота, день находок. Волшебная сумка стоит, но в ней, как в последнее время, не особо много. Точнее, как есть кое-что, но что-то такого особо хорошего, замечательного нету, но посмотрим. Значит, первое у нас ноутбук. Ноутбук, ну да, уже такой был. Уже такие мне попадались неоднократно. Вот, и значит, что, естественно, можно его проверить. Сегодня у нас сухо, солнышко. Немножко морозно было ночью. И... значит, можно приборы проверять сразу. Вот, зарядка к нему подходит. Сейчас мы ее включим. Вот, значит, что это у нас Acer 4000. Не знаю, вот он. Он не включается. А, высунулась эта штука. А, что у него здесь есть? Он не включается. В принципе, он так нормальный, ничего, так выглядит, но... увы. Увы, сейчас мы посмотрим ему внутрь, что у него есть внутри. Значит, что жесткого диска у нас нет. И сейчас откроем другой отсек, где у нас... должны быть рамшпайхера. Сегодня находок немного, можно сразу все смотреть. Так, ну рамшпайхера на месте. И они у нас да, они у нас тут вообще убойные. Они у нас на 256 мегабайт. Да, такие рамшпайхера. Ну, это ладно. DDR1, 1 гигабайт. Один еще пойдет. Вот. Ну что, остальное все здесь, в принципе, меня не интересует. Вот такое, такая модель ноутбука практически никому не нужна, поэтому... если она не работает, если он не включается, то делать его, ремонтировать его просто нет смысла. Вот. А значит, возможно, когда-нибудь мне пригодится от него что-либо к другому, который будет включаться. Там, возможно, когда-нибудь попадется такой с разбитым дисплеем. Ну, а пока... пока... он нафиг не нужен. Так, значит, что у нас здесь? Модель 12 вольт. Так, я взял неправильный адаптер, неправильный блок питания. Поэтому сейчас будем проверять заново. Вот. Я взял блок питания на 12 вольт. Поэтому, естественно, включиться он и не должен был. Хотя я уже по-быстрому начал разбирать, но ничего. Здесь у нас вот есть нормальные 19 вольт. И попробую с ним включить. Но с 19 вольтами он тоже не включается. Вот. Сейчас еще попробуем батарею поставить назад. И еще раз включить.
Но мне кажется, что это ничего не принесет. Батарея стоит. Вроде ровненько. Вот. Ну что, давай. Нет, он не хочет. Вот, ну, в общем, запчасти. На запчасти. На запчасти, значит, убираем в сторону. Значит, что у нас еще было? Еще было пара вот таких телефончиков. Телефончики Samsung. Я уже находил такую тоже. И, кстати, тоже пара была. Вот. У одного здесь разбитый дисплей, я вижу. Видно это уже на свет. У одного нету ничего такого. Вроде бы нормальный. Но закину их в мой ящичек, где я собираю, проверять не буду их. Что значит еще? Вот такая была батарея. Я искал, блин, хозяина этой батареи. Было бы нехило найти его. Но батареи, хозяина батареи-то не было. Сегодня я еще немножко лоханулся и поехал немножко поздно. И перед самым моим носом, значит, увезли целый контейнер полный с электроприборами. Вот, возможно, хозяин этой батареи остался в нем. Ее увезли. Но в новом контейнере там было еще очень мало. Но кое-что, тем не менее, кое-что взял. А что это у нас было? Хотелось бы посмотреть. Это был MacBook. MacBook. Ну, короче, модель номер A1280. Наверное, неплохой был. Ну вот, дальше, значит, что идем? Дальше. Дальше у нас вот такой. Ну, тут мелочи сейчас достану. Мелочевку сначала. Вот такие очередные часы. Какие-то часы, или не часы. Кикла плюс. Что-то тут, короче, какое-то говно. Вот. Ну, кинем их в наш ящичек, где часы. Вот, какой-то аккумулятор был Винитех. Винитех — это, не знаю, от какой модели аккумулятор. Вот, но догадываюсь, в принципе, от какой-то модели. Где-то у меня такой компьютер должен быть. Вот, потом проверю. Значит, что еще у нас было? У нас был еще вот такой... вот такой, такая рамка для фотографий, фоторама. Вот. Что-то она здесь уже, по-моему, как бы чуть ли не вскрывалась, или просто от того, что кинули, ее открылась. Ну, в принципе, можно ее проверить сейчас. 5 вольт у нас есть здесь, 5 вольт или нет? У нас здесь 5 вольт нету, это плохо. Вот, сейчас посмотрим, сколько у нас здесь вольт. Подойдет, не подойдет? Нет, не подходит. Так, проверить его пока невозможно. Ну вот, я нашел к нему адаптер. Значит, рамка сама по себе как бы светится. Вот здесь видно так. Вот видно, что какой-то свет идет, но нажатие на кнопки меню и так далее ничего не дает. То есть, скорее всего, она, конечно же, сломана. Ну что, вот теперь выключаю, она вообще не горит. Ну, в общем, понятно, с ней все понятно. Вот так вот. Половину придется вообще выкинуть с того, что нахожу здесь. Значит, что у нас еще? У нас еще вот такой
вот такой маленький Эйчер. Я уже его посмотрел, он выглядит неплохо, выглядит целым. Где у него тут включение? Вот так вот. Попробуем его включить. О, что-то у него там цепляет аж. Но он загорелся. Он включился. Угу. Он включился, но он молчит почему-то, не грузится. Сейчас вот чтобы было видно, вот так поставлю. Вот, вот так вот он показывает дисплей. И ничего не происходит. Попробуем выключить, включить BIOS. Что-то он когда включается, у него там цепляет. Не, ничего не происходит снова. Странно. Ну, в общем, с ним надо будет разбираться. Что-то я вижу, какой-то дисплей у него странного цвета стал. Возможно, там сырость попала. Вот сейчас он синий цвет пропадает. Остается только белый цвет. Непонятный. Вот на экране у вас вижу, что как бы синий цвет. Но преобладает больше светло-синий или как больше как белый. До этого он был вообще темный. Сейчас выключу, снова включу. А сейчас он вообще темный. Только вот здесь вот видно вот такой вот какой-то штрих. А сейчас он опять начинает светлеть. И видите, да, что происходит? Светлеет. Постепенно. Ладно. Непонятно, пусть постоит. Возможно, что-нибудь изменится. Следующий ноутбук. Снова ноутбук. И это у нас Toshiba. Посмотрим, что скажет нам Toshiba. О, Toshiba сказала нам, что у нее клавиатура поломана нахер. Кнопки как-то работают непонятно. Нету кликов. Либо. Или есть. Вот не знаю. Какие-то клики. Может быть, так и должно быть. Вот. Кстати, Toshiba с акустика от Harman Kardon. Это... Это что было? Кнопка улетела. Harman Kardon. Может, кто-то знает эту фирму, может, кто-то не знает. Она выпускает нехилую акустику. И вот на этой Toshiba стоит как раз-таки акустика от Harman Kardon. Вот они, два динамика. Вот. Ну, а клавиатура, конечно, здесь подлежит замене. Вот, ну и хотелось бы его, конечно же, тоже включить. Сейчас мы это попробуем. Где-то у меня есть даже адаптер от такого приборчика. Вот он, Toshiba. Подходит? Не подходит. Стрёмно. От этого точно не подойдет. От этого тоже не подойдет. Значит, надо будет искать здесь. Сейчас мы попробуем от этого. Нет. И придется доставать свою волшебную коробку. Угу. Запел.
песенку. Просит аккумулятор. Просит, чтобы ему электричество подали на него. Так, что у нас здесь? Вот это вроде бы подходит. Сейчас мы заменим эту на эту. Подсоединение вот такое для тошевы должно быть с толстым пином. Вот. Ну, не знаю, подойдет к этой модели или нет. Да, вообще-то нет. Это еще не то. Неправильно нашел. Буду искать другие. Вот такой пин. Тоже не подходит. Здесь очень толстый должен быть. Сейчас немножко видео затянем. Значит, что у нас есть? Есть вот такой, не подходит. Есть вот такой, не подходит. Есть вот такой, вот он. Вот он, один подошел. Сейчас мы его и поставим. Это, правда, от другого адаптера. Вот еще один. Какой из них лучше, не знаю. Но попробуем оба. Это тоже не подходит. Хотелось бы найти по оригинальному, получше. Потому что у Тошиба слишком своеобразный этот вот подключение. Вот, кстати, вот этот мы и подключим. Этот самый лучший из них. Тем более, что у него стоит одна ножка толстая, по-моему, другая тонкая. Ну, в общем, должен, в принципе, подойти. Вот, все это собираем. Ну что, пробуем. Пока здесь никаких лампочек я не вижу, чтобы горели. Здесь все подключено. Включаем. Ничего не происходит. Ничего не происходит. А почему здесь у нас... Ага. Я понял. Значит, вот так надо. Вот я включаю. Вот я включил, и сейчас я покажу, как это выглядит. Я включаю, вот лампочка горит зеленая. Когда я включаю в ноутбук, вот так происходит. Она тухнет и начинает тык-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 тык мигать. Вот, странно. Странно. Здесь, кстати, кнопка запуска тоже завалена как бы. Она... Да нет, вроде работает. Какой-то странный ноутбук вообще. Очень даже. И... Батарея. Такая батарея у нас есть или нет, я не знаю. Тошиба. Но это не важно. Сейчас я ее не хочу искать. Ну, по-моему, у меня такой даже и не было. Вот почему, мне интересно, почему так происходит. Не должно же быть так. Включается и... Вот, сейчас включилось, кстати, и мне... А, вот опять заморгало. Интересно очень. Если включить, попробовать другой, все-таки поставить по цене другое найти, придется опять искать. Значит, что у нас где-то тут толстенькие были, вот он толстенький, вроде бы влазит,
Ну и попробуем его. Угу. Сейчас мне скажут люди: вот дурак, блин, сует туда всю херню. Вот, кстати, сейчас ничего не происходит, то есть она как горела, так и горит лампочка, но сам ноутбук включаться не хочет. Попробуем поменять его. Вот так чуть-чуть. Вот так лампочка тухнет. Значит, по-другому я понимаю, что был неправильный контакт. Плюс на минус. Ну, короче, в принципе, происходит или не происходит то же самое. Он не включается. Вот. Ну вот, вот такие дела. Сегодня у нас так. Вот. Ну, напоследок, значит, хочу все-таки посмотреть, что у него есть. Жесткий диск у него нету, стоит здесь в этой, в этом кармане только коробочка для, то есть рамочка для диска, самого диска нет. Но здесь у нас два кармана для дисков жестких. Потом попробуем открутить еще один. Вроде бы все. Ну да, жесткий диск вытащен вместе с рамкой, хотя рамка в другом осталась. Люди, прежде чем выкидывают с него внутренности кое-какие. Ну и пробьем его на рамшпайхера, есть они или нет. В любом случае из этого компьютера можно взять дисплей. Здесь стоит 1 на 1 гигабайт и 1 на 2 гигабайта рамшпайхер от фирмы Samsung. Вот, закручиваю назад. Этот компьютер, у него хороший дисплей еще. Вот. Ну и если не на запчасти, значит, возможно, найду еще такое же, что-то можно будет поменять или сообразить, смастерить. Ну, в общем, тоже идет в сторону запчастей. Вот. Что у нас еще сегодня? Еще у нас сегодня вот такая коробочка. Вот такая коробочка. Я еще там смотрел, не понял, что это. К ней, значит, был вот такой вот адаптер. И можно его включить сейчас и проверить. Подает он признаки жизни, да. Вот это Hitachi у нас. Вот, и я подозреваю, что это всего лишь навсего жесткий диск. Значит, написано Hitachi 2000. Сейчас я возьму лупу, посмотрю конкретно. Так, Made in China и ХТТТ. Короче, у него такой есть USB Anschluss для подсоединения. USB порт, как говорят, да? Вот. И больше в нем ни хера нету. Но все-таки я подозреваю, что это есть жесткий диск
Вот как бы его открыть, еще посмотреть, что там внутри. Потому что я не вижу здесь ни болтов, ни шурупов, ни хера. Вот. Посмотреть бы хотелось бы, что было. Хотелось бы посмотреть, что в нем. Там вижу какой-то механизм. Вот, если так ничего не слышу. Хотя я так понимаю, что он не будет, наверное, крутиться, пока к нему не подключишь USB. Ну, тем не менее, горит синенькая лампочка, это уже радует. Это значит, что-то работает. Ну что, сегодня больше, блин, ни хрена нету. Вот. Порадовать вас больше нечем. Особых таких рабочих приборов сегодня не было. Все ноутбуки какие-то странные, стрёмные. Кроме вот этого. Вот этот еще, не знаю, возможно, он что-нибудь еще скажет когда-нибудь. А я уже поменял эту штучку. Ну ладно, я его тоже проверю, когда будет время. Вечер такой, ну маленький, в принципе, нормальный. Они недорого стоят сейчас. Такой можно за тридцатку, если рабочий, продать. Вот. Ну, посмотрим, как будут дела. Значит, что, на этом все у меня. Вот. Желаю, как всегда, всем удачи. А я иду смотреть футбол. Сегодня играет Бавария с Дортмундской Боруссией. Я болею за Боруссию, поэтому пойду смотреть. А вам всем желаю удачи и до следующего видео.